Так? Все козлята любят петь, все телята любят петь, все кудряшки на барашке любят песенки свистеть. А кто песенку поет иногда, тот от страха не умрет никогда. А кто песенку всегда поет, тому волк даже лапу подает. Потому что, ай-яй-яй, ни за что слопать песенку не сможет никто. Все кузнечики поют на лугу, и могу ли я петь? Не могу. Все козлята любят петь, все телята и в зал любят петь, все кудряшки на барашке любят песенку свистеть. Вот! И ты туда, и ты туда, вот! Дай слово. Вот а так. Я тебе сейчас прочитаю. Ой, ну давай, давай, я сейчас послушаю, давай. Пузатый чайник я люблю, он жарким делом занят. Свистит он песенку свою и крышкой барабанит. Пых-пых, веселый вкусный пар из чайника летит, как шар, а иногда из носа торчит, как знак вопроса. Пузатый чайник знаменит в любое время года, особенно, когда стоит неважная погода. Да. Я лучше прочитал. Ну и ладно, ты читал, ты с ошибками читал. Так, а хорошо, много текста. Хорошо, так, девочки, это все хорошо, нормально. Мы переходим из этой сцены куда? В ссору, да, бабушка заходит. Ну так вы сейчас должны прямо встала. Ой, правда, у вас прямо драка из-за этого, да? Так, сейчас мы как-то... Ну и что? Я все равно лучше рассказываю. А я лучше читаю. Ничего, что ты читаешь? Я читаю ты лучше. Ты читаешь плохо. Я лучше ты читаю. Ты плохо читаешь. А где фонограмма моя? Так. Давайте без пинков, девчонки. Это вы уже что-то там попридумывали себе. Драма. Игрушками давайте попробуем. Давай. Давайте. А я все равно лучше рассказываю. А я лучше читаю. А что ты там читаешь? А, Б, В. Я рассказываю лучше. Дай. Игра. Хорошо, хорошо. Погрозила пальчиком. Хорошо, молодец, Наташа. И пошла следующая фонограмма. Угу. Ага. Где пирамидка? Где пирамидка? Да. Так, стоп. Нет, это сцена. Стоп, эта сцена должна быть такая, должна быть очень быстрая. Вот она должна быть настолько, она как будто это ускоренка. Как будто ускоренка. Да, все должно быть очень быстро, все, куда. Там чуть-чуть там посмотрю, ну, на нее, но не часто. Или оставить одну фонограмму. Нет, куда вот это, она интереснее. Она интереснее. Она интересная. Мы потом-то все это склеим. Хорошо, все будет плавно. Ну давайте. Еще раз поругались, зашла бабушка, а потом вот это. Нет, Антошенька. Антош, сначала перед этим. Да, ругаемся. А, мы игрушками? Да. Посмотри, Наташа, какая прелесть была! Вот посмотри, это белый стул.
и пошла. Так, еще разочек давайте. С первой фонограммочки, которые ссорятся. Так, это было много, сейчас отрежем. Там была, где мы читались. Да, вот, Наташа, какое замечательное было, что ты очки одела. Что это? Сделай акцент на это. Вот иди сюда, Наташа. Вот этот момент нужно обязательно сделать. Посмотри. Сюда встань. Да, ты туда встань. Мне не нужны очки. Ты сюда встань. Камеру закрыла. А. Ты вот на это посмотри. Взгляд в зал. Понимаешь? Обязательно взгляд. Еще ужаснее. Ты понимаешь, что ты сначала увидела что-то, а тут еще боль. Какой ужас. Какой ужас. Что это? Что это? И носом подыгрывает. Как котенка. Подумай. Кошмар. Кошмар. И тут тебе с очками это было замечательно, молодец. Очень хороший. Хорошо. Так, прямо с вашего выхода, где вы поссорились. И стихи читаем опять? Очень коротенько. Читать полностью не будем. Нам нужно с Антошей поработать. Сюда. Угу. Спрыгнула. Так, прочитала последнее. Ага. Так, ты на него уже не садишься. Вон у тебя там банкеточка. Ну, сядь к стенке. Сядь к стенке прям. Прямо к стеночке. Ну, давай, прочитала. Ну, дальше. Давай, дальше что? Ты говоришь. Я все равно лучше. Взяла там игрушку сразу же. Сразу же. Я лучше читаю. А я рассказываю. А я читаю. Хорошо? Все, бабушка пошла. Спряталась за стул. Быстро. Это она все, да, молодец. Фонограммка.
прятать захотелось. Причем, Настя, от нее припрятать, от нее припрятать. Я вот это прочитала. И убрать заодно, понимаешь, и спрятать от сестренки. И раз так и за спину. Она своим делом занимается, а ты вроде, чтобы она не увидела. Потом найдешь. Давай, потом найдешь. Пока кидай, все. Быстро, 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 Галя, бегаем. Все, пошла работать уже с предмет, поймав. Ой, посмотрела на нее, что это? Ага, ага, хорошо. Ага, отошла туда, посмотрела, видно, видно. Ага. И руки, 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 руки. Все, все нормально, бабушка входит. А фотографу? Так, так, Наташа, давай так решим. Стоп, Антош, спасибо. Давай решим, я думаю, может быть... Вот, знаете, с одной стороны, мне... Ты сказку принесла? Да. Мне очень хотелось бы, чтобы она была прочитана. Даже, понимаешь, прямо больше... с начала до конца она длинная? Она длинная, Наташ, я согласна. Но ты ее читать будешь, тебе учить ее не нужно. Знаешь, почему? Я могу отказаться от нее. Достаточно будет твоей колыбельной, буквально куплета. Будет достаточно.